Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 5 августа 2022 года, появилась вот такая вот печальная, с одной стороны, а с другой стороны, настораживающая новость. Печальная в том, что еще один огромный конфликт опять возгорается. А именно то, что министр обороны Израиля Бенни Ганц отдал распоряжение о срочном призыве 25 тысяч резервистов в армию в связи с напряженной обстановкой в Палестине. Как вы, вот, на ваш взгляд, считаете, это такая вот ситуация разгорится именно в широкомасштабную такую войну, ну, по меркам Израиля и Палестины? Или все-таки это день, два, три и затихнет? Палестинцы попрыгают, израильтяне там тоже попрыгают, и опять все станет на свое место? Или все-таки, как вы считаете, будет большой конфликт? Напишите в комментариях ваше мнение.